В Беларуси завершается основной этап вступительной кампании. Сегодня проходит централизованное тестирование по одному из четырех предметов на выбор. В топе физика. Ее сдает более 12 500 абитуриентов. На втором месте история Беларуси – 6400 человек. Также знания проверяют по химии и обществоведению более 9000 выпускников. Правительство разработало стратегии развития экономики замкнутого цикла до 2035 и намерено уменьшить объем отходов. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. В планах создания технологии производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья. С начала года на портале «Е-послуга» появилось более 50 новых электронных услуг в социальной сфере. В области таможенного дела, санитарного контроля, экологии, охраны природы, транспорта. Например, с апреля доступна услуга по получению электронной контрольной марки для дезинфекции транспортных средств. В хоккейном клубе «Бобруйск» стартовал новый сезон массовых катаний на коньках. В расписании как дневные, так и вечерние сеансы. Продолжительность 45 минут. На обновленном ледовом поле ждут любители активного отдыха. Отсутствие специальной обуви не преграда. Можно воспользоваться услугами проката. В Бобруйске продолжается третий гастрономический фестиваль «Смакфест». До 13 июня можно успеть насладиться сетами, разработанными заведениями общественного питания к столетию образования органов торговли. Стоимость фиксированная – 39 рублей 90 копеек. С подробным перечнем участников можно ознакомиться на сайте bobruysk.by.